Assimilyator. Ферменты и минералы. Насколько они важны для организма? Большое количество пищевых аллергий происходит из-за отсутствия определенных ферментов. Боли в суставах и подагра часто являются результатом непереваренных белков, жиров и минералов, образующих кристаллы мочевой кислоты, которые в свою очередь скапливаются в суставах. Все это может быть следствием нехватки ферментов в организме. Бактерии начинают расти вместе скопления непереваренных остатков пищи. Белая мука, сахар, обработанные продукты, употребляемые нами, являются прекрасной средой для дрожжевых грибков и бактерий. Сильная усталость, появляющаяся после обильного приема пищи, может быть вызвана неспособностью организма усвоить избыток белков и жиров, которые в свою очередь являются причиной скопления красных кровяных телец. Они становятся неправильной формы и располагаются очень скученно. В таком состоянии они не способны выполнять свою работу по очищению организма. Эти поврежденные красные кровяные тельца несут очень мало кислорода, что отрицательно влияет на здоровье и хорошее самочувствие человека. Вы видите, они инертны, как будто увязли в болоте и неэффективны. Недавно революционно новый продукт под названием «Ассимилятор» был представлен на национальной конференции компании Health Technologies Network. С помощью специального темнопольного микроскопа кровь была увеличена в 1000 раз. Вначале был взят анализ крови и показан всем присутствующим. Красные кровяные тельца скучены и бездейственны потому, что слишком много жира и белков в крови и слишком мало кислорода и ферментов. Вы видите, что красные кровяные тельца находятся в скученном состоянии. Это связано с тем, что когда белки не переварены полностью, они окружают красные кровяные тельца, заставляют их располагаться тесно друг к другу. В таком состоянии они не способны переносить достаточно кислорода, а это, в свою очередь, приводит к недостатку кислорода во всех клетках организма. Это также может быть причиной аллергии. Далее участник опыта берет 2 капсулы активина OPC Oxygenic, 2 Lax Max, 2 ассимилятора со стаканом воды с коралловым кальцием и в заключении 1/4 чайной ложки Silver Max под язык. Через 10 минут после этого берется новый анализ крови, и аудитория немеет от изумления. Прошло всего 10 минут, а клетки полны кислорода. Они свободны, активны и в то же время разрушены кристаллы мочевой кислоты, бляшки, холестерин. Этот потрясающий пример был повторен неоднократно перед 1000 людей по всей стране. И каждый раз результат тот же – чистая, здоровая кровь. Это первый продукт, который можно демонстрировать, ибо результат виден через 10 минут. Люди идут домой с доказательствами изменений, происшедших с их кровью всего лишь за 10 минут. То, что вы видите на экране, это кровь. Красные клетки увеличились в размерах на 1/3, белые увеличились в размерах от 3 до 5 раз и приняли именно те размеры, какими они должны быть. Кристаллы раздроблены, вредный холестерин растворен, и баланс явился результатом того, что человек избавляется от шлаков, вместо того, чтобы накапливать их в артериях. Красные кровяные тельца стали полны энергии. Когда мы употребляем пищевые добавки, то всегда хотим знать, что же они для нас делают. Темнопольный микроскоп позволяет нам увидеть этот процесс, и не остается ни капли сомнений. Это не что-то, что не может быть. Это реальность, существующая сейчас. Я был изумлен
поражен тем, что произошло с моей кровью так же, как неприятно поражен тем, что с ней было до того. Это удивительно видеть что-то меняющееся прямо на твоих глазах. Я по профессии диетолог. И на все происходящее вокруг я смотрела скептически, снисходительно улыбаясь, думая про себя, что творят. Но то, что я увидела дальше, благодаря темнопольному микроскопу, меня поразило. Как часто мы считаем, что мы здоровы, хотя на деле это совсем не так. Теперь я начала совершенно по-иному относиться к тому, что мы используем в качестве еды для своего организма. Для лучшего понимания, что такое фермент и как он работает, представьте себе фермент как энергию, находящуюся в протеиновой молекуле. Без фермента протеиновая молекула похожа на электрическую лампу без электричества. Лампа загорается только тогда, когда к ней подводят электрический ток. Ферменты оказывают на клетку то же действие, что и ток на лампу. Но чтобы они функционировали, им в свою очередь нужны минералы. И именно совместное нахождение в ассимиляторе ферментов и минералов делает его таким уникальным. Ферменты являются уникальными веществами, но именно комбинация минералов и ферментов, находящихся в ассимиляторе, делает его настолько отличающимся от подобных продуктов, имеющихся на рынке. Для понимания этого продукта нужно вспомнить то, что при нагреве пищи выше температуры пастеризации, а это от 55 до 70 градусов Цельсия, мы уничтожаем все ферменты. Ассимилятор – продукт, который обеспечивает нас ферментами для того, чтобы мы могли нормально усвоить пищу. Обычно все, что мы употребляем, раньше с 2,5 или 3 часов не попадает в кровь. Но когда вы употребляете ассимилятор, то все попадает в кровь за 10 минут. Мы брали кровь на анализ через 1 минуту и уже видели разницу. Брали через 3, 5 и 10 минут. Через 10 минут вы получаете полное впечатление о влиянии ассимилятора. Никто не видел такого раньше. Это продукт мирового класса. Ассимилятор ускоряет усваиваемость питательных веществ. Этот продукт является редкой комбинацией натуральных растительных ферментов и 77 минералов. Ассимилятор, употребляемый с другими продуктами HTN, может помочь в следующий. В усваивании обработанной и жареной пищи, в усваивании белков и снижении количества аллергий, в разрушении холестериновых накоплений, в улучшении циркуляции крови, в разрушении кристаллических отложений, в разрушении и растворении кристаллов мочевой кислоты, в снижении количества бактерий, в снабжении крови большим количеством кислорода и питательных элементов, в увеличении размеров и активности белых и красных кровяных телец, в увеличении количества и активности Т-лимфоцитов, в снижении проблем, связанных с серповидно-клеточной анемией. Результатом всех этих процессов является повышение энергии. Молекула белка – это кусочек жизненной энергии. То, что вы делаете, просто берете немного этой энергии и даете ее своему телу. И, конечно, ваши белые и красные кровяные тельца становятся полны жизни. Меняется вся картина. Все, что здесь происходит, не что иное, как помощь в очистке, приведении в баланс и питании всей системы человеческого организма. И тогда, когда это происходит, ваш организм способен поддерживать свое здоровье сам. А это и есть главная цель компании HTN. Ассимилятор превосходит все подобные продукты, существующие сегодня на рынке. Человеческий организм зависит от работы ферментов, помогающих иммунной системе очистить кровь. Большинство из того, что вы едите сегодня, перегревается до такой температуры, что теряет все обычно содержащиеся ферменты и минералы. Это просто фантастическая возможность увидеть происходящее внутри. Например, величину ущерба, наносящегося свободными радикалами красным кровяным тельцам в процессе заправки машины бензином. Или в процессе нанесения лака на волосы. Вдыхая токсины, мы вносим их в организм. А все биохимики мира подтвердят, что только в случае, если вы можете поддерживать кровь чистой, вы будете здоровы. Тесты, которые проводятся постоянно по всей территории Америки, подтверждают те же самые результаты.
проходит от 3 до 10 минут после принятия ассимилятора и других добавок, выпускаемых HTN, и состояние крови начинает улучшаться. Ничего не происходит в вашем организме без ферментов. Ничего. Все начинается с работы ферментов на клеточном уровне. Я искренне верю, что нет продукта, похожего на этот. И он может быть одним из наиболее широко продаваемых продуктов когда-либо в истории Соединенных Штатов. И я очень рад, что он есть у HTN. И этот продукт будет только у нас.